Друзья мои, всем привет! Интересную функцию нашел. Вот как теперь занятно выгляжу тут. Хотел поговорить с вами вот о чем. Еду и размышляю на предмет слова «совесть». Всем нам известное слово «совесть». Совесть – концепция, которая успешно манипулирует. И вот почему. Например, задают вопрос: у тебя есть совесть вообще? У человека не может не быть совести, потому что это функция, похожая на Wi-Fi. Я смотрю на себя, и мне смешно просто. Вот эта штуковина, вот эта функция в Фейсбуке в видеотрансляции, конечно, забавная. Так вот, возвращаясь к вопросу совести. Совесть – это функция, которая есть в каждом человеке. Ее просто не может не быть, поскольку это интерфейс. Интерфейс, при помощи которого приходит в разум человека весть. Чтобы понять, откуда она приходит, давайте рассмотрим другое слово. Например, сотворение. Вот говорят, ты сотворил. Сотворил картину. Сотворил с кем? Сотворил со своей душой. Сотворил со Всевышним, кое является совокупностью душ. Но есть и другие слова. Например, содеянное. Вот эмоциональный окрас слова «содеянное», он такой, я бы сказал, осуждающий, негативный. Что ты содеял? Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Вот давайте поразмышляем на эту тему. Сотворение – это создание чего-либо с Творцом. Содеянное, возможно, что с той частью Творца или с теми его детьми, которые выполняют грязную работу. А мы тут все на земле, мы проходим испытания между противоположностями. А иначе как стать мудрее? Человек, который не испытал в жизни, не делал скверных дел, как он может отталкиваться, от чего ему отталкиваться в том, чтобы искать концепцию доброты? Учиться на чужих ошибках – это иллюзия. Так вот, возвращаясь к совести, к сотворению и к содеянному. Приставка «со» говорит о том, что наше тело и разум совершают некое действие вместе с чем? Вот хочу услышать ваши комментарии относительно совести, что за весть, от кого она приходит, относительно содеянного, что за действие и с кем оно совершается, и относительно сотворения. Ну, я свою версию рассказал, хотелось бы услышать версии слушателей. Версии моих друзей. Засим. Вот так вот надо сделать. До новых встреч. Здравие тела и ясности ума. Аз есть сущий. Здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.